изготовления статора, либо наклейка магнитов для аксиального генератора, начинается с разметки. Так выглядят катушечки. Вот она, умещенная в сектор. Мы тут еще с одним другом, помощник. Так, кот, нельзя. Ну и вот мы с ним вдвоем намотали за вечер этот статор. Теперь надо эти все катушечки как бы закрепить здесь и распаять. Так, ну, а пока что на данном этапе это выглядит все вот так. Катушки между собой я немного капнул между ними клея, чтобы как-то их соединить. Ну, а потом еще предварительно обмотаю вот малярным скотчем между собой, чтобы они как бы имели, в общем, не распались, покуда я их буду паять. Перед самой распайкой проводов, сами катушечки я еще между собой скрепил ниткой. Вот, поскреплял, чтобы, когда ерзал эти все катушки, чтобы оно ничего там не распадалось. Распаивается аксиальный генератор. Ну, повозиться, конечно, надо, но довольно просто все. Так же, как и в варианте со синхронного двигателя, значит, здесь точно так же. Вот начало одной катушечки с концом четвертой катушечки, вот так вот. То есть вот это начало с концом вот этой, и так вот по кругу. То есть я здесь уже вот две фазы распаял между собой. Вот так вот выглядит скрученная и пропаянная, ну, это уже последняя, третья фаза. Теперь к выводам подпаиваем провода. То есть вот у нас три начала, три конца. Ну, можно хоть начало, хоть концы вместе. То есть, ну, например, начало вместе, а с концов взять три фазы. Ну, или же концы все три вместе, а здесь будет три фазы выход. Делаем матрицу для изготовления статора для аксиального генератора. Нашел вот такую, это с кровати или не знаю с чего, в общем, какая-то доска. Вот далее я это ламинат, ну, ширины этого ламината не позволяет, как бы, чтобы сделать с одного куска, ну, пришлось сделать вот с двух. Я его и склеивал, но покуда все это обрабатывал, все равно оно оторвалось. Ну, дай бог с ним, будет с двух кусочков. Круг как бы не совсем может быть там идеальный, как бы есть погрешности. Ну, для статора он не вращается, как бы он стоит стационарно, то есть как бы ничего страшного тут и не будет. Значит, низ. Главное нам, чтобы все вот здесь было как бы зацентровано. То есть вот это все, чтобы оно было как бы по центру, чтобы наш статор никуда там не уходил. Затем были сделаны на токарном станке вот сердцевинка. Вот я ее обмотал изолентой, вот она будет сюда прикручена. Теперь еще сразу же надо изготовить часть, которая будет накрываться, ну, тоже с этой же доски, вторая половинка. Вот я ее сейчас просверлю, все подгоню, и можно будет пробовать закладывать сюда наш статор, намотанный, распаянный, в общем, готовый к заливке. Подготовленную поверхность натираем все тут же пастой разделительной. Если такой пасты нет, ну ничего страшного, любым жирным. Я первые свои генераторы, когда выливал эти статоры, вообще литолом, обычным автомобильным литолом, это все
промасливал, и все нормально получалось, все отделялось, и никаких проблем. То есть, у кого что есть, нет литола, значит салом. Так что все это не так уже и страшно. Так. И значит размещаем весь наш статор и заливаем это все. Вот так вот. Как бы не спеша. Проливаем. Каждую катушечку. Так, ну и сверху, внизу стеклоткани, сверху также закрываем все это стеклотканью. Весь наш бутерброд скрепляем болтами, затягиваем и оставляем до утра. Так, все болты выкрутили. Ну, теперь попробуем его это все скрыть. Что там получилось? Сейчас посмотрим. Вот так. Вот как-то так. Ну, это самое красивое. Стоит это все делать с двух половинок вообще. Осталось все это зачистить. Теперь подведем итоги. Значит, многие задают как бы однотипные вопросы, и постараюсь как бы ответить, ну, в этом ролике. Значит, статор. Ну, это как бы понятно, что это одна из основных частей аксиального генератора, то есть от параметров статора зависит параметры нашего генератора. Значит, толщина статора должна быть по возможности не более толщины магнита. Сможете намотать тоньше, значит будет еще лучше. Но сразу же при этом увеличивается вероятность того, что этот диск при нагреве будет, ну, вести, и он будет затирать. То есть тут как бы надо и не перестараться. Но диск желательно делать по возможности как можно тоньше. По катушкам. Многие спрашивают, какой внутренний диаметр. Можно ли делать диаметр там меньше магнита. Ну, скажем, диаметр катушки все же лучше делать по диаметру, то есть внутренний диаметр катушки делать по диаметру магнита. Можно залазить внутрь, это как бы даст прирост в мощности, но он будет больше и греться. То есть лучше уже рассчитывать так, чтобы туда внутрь как бы не залазить. Но если вы там на миллиметр, на два залезли, то в принципе ничего страшного. Вот так. Катушки какие лучше, да, вот круглые или прямоугольные? Ну, прямоугольные, в общем-то, прямоугольный магнит как бы лучше. Да не как бы, а как бы, а лучше. Потому что площадь пересечения провода будет как бы больше, в круглого как бы меньше. Ну, зато с круглым
проще работать, то есть он высверлил, не надо там что-то долбать, и как бы это, и катушки проще мотать, ну, в общем, как бы с круглыми это все проще получается. То есть тут у вас есть выбор. Так, отверстия. Ну вот я здесь высверлил. Но вообще-то эти отверстия нужно закладывать прямо в матрице и выливать сразу с готовыми отверстиями. Отверстия я бы советовал вам все-таки здесь делать. Потому как при полной нагрузке этот вот наш статор, этот диск, он нагревается и начинает деформироваться. При этом начинает черкать об магниты. Так, чтобы этого как-то более-менее избежать, вот этой деформации этого диска, желательно делать все-таки здесь отверстия. Это как бы тепловые зазоры, то есть и катушкам есть куда расширяться, как бы, и при этом диск ну, не гофрируется, не деформируется. Так, что еще? Значит, каким проводом мотать? Здесь, во-первых, зависит от мощности ваших магнитов на роторе, от ваших возможностей, ну и, как правило, от того, что есть у вас. Значит, намотаете тонким проводом больше витков, ну, получите больше напряжения, меньше ток. Толстым проводом больше ток, меньше напряжения. Но опять же, во-первых, вам нужно знать точно, сколько влезет в сектор. Ну вот я так показываю, вот в сектор, какая катушечка влезет. То есть, ну, во-первых, если этот магнит круглый, то вам не нужно делать вот такую, там, какую-то овальную катушку. Это ни к чему, это только лишние лобовые витки, лишнее сопротивление и в итоге возрастание реактивной мощности, которая греет просто сам статор. Это вам ни к чему. То есть как бы надо стараться делать по магнитам. Провод подбирается, есть первоначально, значит, в интернете распространенное, у меня на сайте, в общем-то, и на диске у меня есть, значит, программы расчета вот этих аксиальных генераторов. То есть вы уже как бы первоначально можете просчитать, с каким проводом что у вас получится. Ну, а все остальное по-любому методом тыка, да, на практике. То есть намотали, посмотрели, потому как всего просчитать, ну, как бы и нереально. Разная индуктивность. Индукция, то есть разная индукция в магнитах, разные зазоры, плюс кривизна рук, ну, то есть вариантов много того, что как бы есть несоответствие. Поэтому все это должно проверяться на практике. Ну вот в данный момент этот статор намотан с того, что было. То есть сюда идеально подошел бы вот под такие магнитики, вот там 20 на 10, да, это маленькие магнитики. Под них бы идеально подошел вот, ну, 0,8, 0,95 провод, это на 24 вольта, сюда влезло витков 70, и он бы на 24, на систему 24 вольтового напряжения работал бы на ура. У меня такого провода не было, оставался вот провод 0,50 даже с копейками. Это очень толстый провод. То есть, как я его сюда не пытался вложить, вместить, ну, больше 36 витков сюда не влазит. То есть, это как бы мало для генератора. В среднем витков должно быть, ну, на 12 вольт, это в пределах где-то хотя бы там 50-55, ну, можно чуть больше. На 24 ну, в принципе, 70 до 100 вольт можно мотать, до 100 витков можно мотать. Это получается, ну, это уже как бы так проверено. То есть тогда это все получается как бы нормально. А здесь он будет достигать заряда своих 12 вольт при больших оборотах.
как бы здесь, конечно, есть свои плюсы. Значит, в чем плюс? Винт как бы будет постоянно находиться в рабочем положении, ну, в режиме, как бы есть такое понятие число Рейнольдса, вот это когда обороты двигателя достигают точки, при, ну, максимальной точки, при которой он уже начинает как бы тянуть, это по-народному как бы так сказано. Поэтому здесь как бы есть свои плюсы. Ну, этот статор все-таки со временем я планирую по-любому переделать на 24 вольта, на 24 вольта намотать. Ну, а пока поэкспериментирую с этим. Так, ну, думаю, на этом пока все по статору. Будут вопросы, пишите. Подписывайтесь на канал и ждите продолжения. Пока.